Да, это называется Old Creek. И прямо люди живут на воде, вот на сваях построен дом. Посмотри, как интересно. Вот, и вот он идет, и здесь река проходит, да. Это Oak Street Creek. Ага. Вот этот крик я видела в компьютере, очень хотела увидеть его. Но надо было платить за тур $35 там или 40. Да. А я посмотрела, что он очень близко возле нашего порта. Думаю, мы пройдем к нему. И вот мы как раз на него попали. Вот он. Вот Салман по этой реке поднимается. Поднимается на нерест идет, да? А туда выше, еще выше? Больше водопады. Да? Ну, конечно. Mm-hmm. Просто сейчас прохода нет. Это mm-hmm. подъезжают к нему. Mm-hmm. Красиво. А мы купили открытку, как да. этот. Поднимается. А здесь дома на сваях, да? И на гондолах здесь катаются. Mm-hmm. На каноэ. На каноэ. Вот водопад. Oak Street. Водопад. Изумительный, изумительный. Это мы идем с Надеждой после снорклинг. Мы идем с Надеждой. Мы идем, вот, ай, ой, какая красота внизу. Ой, 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 какая красота. Ой, ой, какая красота! Вот продолжение. И там прямо синяя вода. Надюша заметила, что там прямо синяя. Да, действительно, синяя вода, такая чистая горная река. Так надо, чтобы рыба шла да. по таким волнам на нерест. Да, и против течения, именно против течения. И прыгала. Ну вот смотри, маленький там этот самый вентилятор, что электрику, наверное, делал. А может быть. Быстрее всего. Ой, какая красота. И сверху. Да. И вот сверху это горы. Этот крик течет. Это называется крик. У нас бы сказали река. На нерест. Да, Надюша. Продолжи. Надюша, на. Сними меня тоже. Да, продолжи. Да. Давай, солнышко. Давай вот посмотрим так. Красоту вот эту. Ну вот это крик. Вот это крик, а что он течет. Вот такой вот большой. У нас бы сказали река. А, Надюша, закрываем. Мы не спали и не ели. Ой, как красиво. Ой, какая бурная река. Ой, 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 какая красота. Да, не закрывай эту сторону. Не закрывай. Да. Вот посмотри, по какой дорожке. И вот смотри, какие горы. А там горы, я покажу. Если ты сюда поднесешь. Я, нет, я вот там горы. Я хочу показать красивые горы. Ой, да, конечно, чудо. Потому что по подножкам там такая река. Да, красивая. Вот это горы, красавицы. Горы, горы. Мы вокруг на них еще горы. Не бывали. Да, не были такие. Ну, зато на говоришь? Самолетах. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал. Высоцкий так пел. Да. Вот такой все. О, прекрасный. А ты видела дерево? Вот там оно, за... там оно за... действительно дерево упавшее. Вон. Упавшее. Да, да. И вот и справа течет река, и слева. Изумительно, изумительно. А здесь дома на сваях. Это Крик-стрит. Просто крик. Ха. А как же называется, интересно, этот крик? Не знаю. И прямо дерево сидит. И держится. А сверху? А это Берри.
Я думаю, что это как клубник. Но это малина такая крупная. Это малина. Здесь вообще все крупное. В Аляске очень крупное. А это, слушай, это малина такая крупная. Вау! Смотри, какая она высокая. Высокая малина. Вот это кусты.